эстраду. И мы едем в Милан специально, буду делать репортаж для Юлии Спируши. Сейчас мы будем выезжать на главную автостраду. Вот здесь надо платить, чтобы выехать на автостраду, надо заплатить. Ну, бесплатно, у нас специальный сигнал. Нам открывают ворота. Вот, приезжаем. Едем мимо кукурузы. Ci prepari, giri a destra tra 300
какая-то. Дома квартирные. Тоже дома квартирные. Машины едут. На остановке люди стоят. Трамвая ждут. Костриан. Да. Костриан. Велосипеда. No, l'imbecille qua. Giri a destra. Questo imbecille qua che è partito di lì per mettersi in mezzo di qua. Здесь дорога уже движение очень медленное. Муж ворчит. Все, остановились. Ветерочек. Здание это похоже как греческие гостиницы. Огромное здание. Огромная гостиница. La seconda a destra, poi giri a sinistra. Магазинчики всякие, аптеки. Giri a sinistra. Селунга супермаркет. А, дели и позже уже. In fondo della sinistra. Центральную часть города, мы почти в центре находимся. Там этот путеводитель показывает, что надо ехать где-то рядом с центром. Рядом с центром, или через центр. Посмотрим. А, там, о, на постационе. Мы едем под ЖД вокзалом, кстати. Вот там наверху ЖД вокзал. Короче, кружились по городу, по улицам. Сейчас вроде бы едем. Уже нормально. На вот этот путеводитель все напутал. Ой. Такой бардак в этом Милане, такие лабиринты. Пипец. Большой город. Большой хаос. Это большая площадь, там парк. Дама с собачкой. И мы должны уже скоро подъехать. Мы уже, наверное, целый час блуждаем по Милану. Кошмар. Вот эти велосипеды стоят, у кого есть специальные разрешения на эти велосипеды, могут брать, как бы на прокат и ездить. Прикольно. Так, мы заколебались, пока нашли этот перкату, этот базар, где прибывают наши фургоны украинские, молдавские, румынские, польские, там разные. Пока мы нашли, мы заколебались, я поэтому забыла там снять. Это мы сейчас едем назад, мы еще по Милану едем, ищем, как выехать на автостраду. Ехать в нашу Навару. Все,
отправили мы маме пакет. 60 метров и прямо на секунду ушите. Отправили мы посылку на 5 килограмм. Чего кили? Он евро, он кило. 1 килограмм стоит 1 евро отправить посылку. Мы отправили на 5 евро, на 5 килограммов. Да все, Милан, Милан, Милан. Мы уже устали по Милану кружить, честно говоря. Вот там мой муж купил, вот там, где Hyundai написано, Motors. Там мой муж купил вот эту нашу машину. И, кстати, здесь в Милане машине дешевле стоит. Если где-то в других городах, подальше от Милана, там дороже уже машины. Так что езжайте, люди, в Милан покупать машины. Дешевле вам будет. Машину нашли длинную. Косикиан Костанаки. Лимузин. 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 Траттория Суризо. Траттория. 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 Короче, это одного кафе, это машина, видать, людей развозят. Веселых людей развозят. Катают. Сейчас мы будем проезжать. Вот она какая. Красивая. Цветочек. Так, мы наконец-то на автостраду выезжаем. Скоро. Уже, это уже конец Милана. Почти. Окраины. И наконец-то домой едем. Какие интересные дома, обалдеть. Такие окна все разные. Как и странно. А, вот это вообще что-то с чем.